Майлбет, первая лига, 19-й тур. Мы вас приветствуем в Новороссийске на стадионе Центральный, где хозяева Черноморец Новороссийск принимают Ленинградец. Ну, сам он говорил о том, что главное характер сегодня. Итак, Черноморец Ленинградец начали. Черноморец ворот команды хозяев по картинке справа. Черноморец сохраняет хорошие цифры в отношении пропущенных мячей. Карабашев ловит мяч. Это все потери ленинградца. Черноморец по сравнению с прошлым туром. Перехват неплохо, здорово. Два в одного. Коробов, отдай. Долго, долго. И вот здесь Карабашев, да. Коробов очень долго на Антонова. Работают клубные СММщики, это все появится наверняка в сети, это все рядом, это нерв матча. Обратим внимание, правая нога затейпирована у Никиты Разманова. Хорошо Руденко поборолся, и можно Антонову чего-то придумывать. У штрафной на Руденко вне игры нет, удар, Карабашев вынос. Максим Беляев. Хорошая атака. И снова Карабашев, который 5 матчей на 0 сыграть не может. Неплохо. Здорово. Антонов закружился. И прострел с левого фланга. И приходит мяч Руденко и забивать. Как не забил сейчас, а? Лучший момент матча Антонов. Передача Маклакова. Снова Маклаков. Левый фланг. Хорошо работает Ваня. Коробов. Пятка. Маклаков. Маклаков на гол отдавал. Руденко из-за спины не выбежал. Левый фланг. Еще раз. Маклаков. Сюда Антонов смещается. Коробов. Справа никого. Две руки вверх. Это комбинация. Какая? На ближний угол вратарской, там снимает вверх ленинградец. И Разманов, гости, прессингуют. Давайте составы я еще раз вам напомню быстренько. Ой-ой-ой-ой-ой! Какие составы! 51-я минута! Как же я хвалил Фролкина, он привозит худший момент в его карьере в ФНЛ. Он дебютант лучшей лиги мира и пока... Вот таких оплеух в карьере Фролкина в первом дивизионе еще не случалось. Дебютант ФНЛ, ленинградец. И по центру здорово Саадуев на Антонова, в дальний Карабашев. Карабашев! Эмоционально Никита отмечает сейчас свой сейв. И, конечно, пихает защитником, как позволили. Антонов, подача угловой. Удар! И Карабашев! Но пока это матч имени Карабашева. Никита потрясающий матч сегодня проводит. Конечно, я не знаю, там не все матчи видел. Вадим Вячеславович. Прострел справа. Кто там? Беляев, да. Мяч в штрафной остается. Красильниченко. Это плечо. Красильниченко. Саадуев бить. Выше ворот. Человек-паук взлетел в воздух над ленточкой. Голкипер ленинградца Никита Карабашев. Все это аукается. Гараев, подача от капитана. Мяч штрафной. Делькин, сброс. Удар, Саадуев катит. Рикошет нет. Карабашев играет. Последние минуты и падение. И который... Одержал победу в прошлом туре. Готов вторую подряд выездную викторию праздновать. Ну, можно было и желтую тогда уж ждать. Что сейчас? Смотрим, где Черногорец. Карабашев пошел, потом остался. И не смог Гурченко принять, обработать на дальнем уголке вратарской площади. Не получилось у юного вингера. Поражение... которая оформлена вот этим жестом Владимира Сельдякова. Поражение, имя которому ошибка Даниила Фролкина.